Приветствую вас, мои уважаемые подписчики. День, когда я записываю это видео, это у нас 11 марта, пятница, вечер. День, когда выйдет запись этого видео, это будет 14 марта по графику, понедельник, 16 часов. Поэтому я не знаю, что будет в понедельник, я не знаю даже, что будет завтра. А сейчас, вот на момент 11 марта вечер, мы и моя аудитория, мы все находимся в ожидании закрытия Instagram и WhatsApp. По некоторым данным, сегодня ночью, возможно, будет прекращена деятельность этих площадок в России. И по этому поводу, конечно, идет такое небольшое возбуждение, люди перенаправляются на другие площадки, другие социальные сети, и, конечно же, я не исключение. Конечно, аудитория моя в Инстаграме, она гораздо меньше, чем на Ютубе, там всего лишь 10 тысяч подписчиков, но надо сказать, что это количество, оно мне тоже далось не так-то просто, оно далось трудом, нарабатывание в течение нескольких лет, интересным контентом, взаимодействием с аудиторией. Поэтому, конечно же, немного жалко терять аудиторию, хотя я не делаю трагедии из этого. Что касается аудитории в Ютубе и вообще канала Ютуб, почему-то у меня есть надежда, что здесь все будет хорошо. Но, во всяком случае, на сегодняшний день вроде бы нет пока никаких предвестников бури. И я очень надеюсь, что их и не появится, этих предвестников. Потому что потерять аудиторию в Ютубе, это, конечно, гораздо круче, чем потерять ее в Инстаграме. Ну, как бы там ни было, вот на данный момент, когда я пишу это видео, мне хотелось бы все-таки призвать и вас, мою аудиторию в Ютубе, хотя мы с вами надеемся, что это будет и далее плотный наш контакт, и по-прежнему мой контент для вас, но все-таки мне хотелось бы вас призвать, чтобы на всякий случай вы так же, как и мои подписчики в Инстаграм, переходили, подписывались и на меня, и в других социальных сетях, в частности, ВКонтакте, российская социальная сеть, и Телеграм, где у меня тоже есть канал, и ВКонтакте у меня тоже довольно развитая страничка, и есть сообщество. Просто до определенного момента я не очень много времени уделяла развитию именно этих социальных сетей, а больше упор делала на Инстаграм и на Ютуб. Но, видите, жизнь нас ставит перед другим фактом, и теперь мы перенаправляем свои усилия. Поэтому, несмотря ни на что, призываю вас делать запасные аэродромы и законтачиться со мной в других социальных сетях. Под этим видео я даю ссылки на те мои социальные сети, которые сейчас работают и, надеюсь, будут работать, в которых я веду свою деятельность. Даю ссылки на мой сайт, который тоже нужно поставить куда-нибудь в закладочки, потому что там оттуда тоже можно много полезной информации почерпнуть. Ну и можно зафиксировать, когда там сохранить себе мой контакт, номер телефона, да, для того, чтобы найти меня в Телеграме. И если будет нужна какая-то личная переписка, можно будет в нее вступить. Потому что WhatsApp, по некоторым сведениям, тоже сегодня ночью рухнет. То есть будет закрыт для нас, жителей России. Кроме того, у вас есть в контактах моя электронная почта, и вы всегда можете написать что-то о чем-то, то, что вас волнует, мне на мой электронный адрес. Послезавтра я уеду на недельку отдохнуть, и этот отдых, он будет
сопровождаться не только отдыхом, но еще и моей работой над написанием курса. Точнее, он уже как бы готов, но его нужно еще доработать, отточить, всякие там технические моменты, детали, дизайн и так далее. И речь идет о новом курсе, который будет заменой всем предыдущим, всем предшествующим, всем старым курсам, которые издавались мной на протяжении вот последних 6 лет. Да, 6, наверное. Это будет совершенно новый курс, новая подача материала, очень удобная, настолько удобная, что став участником этого курса, ну, то есть получив эту информацию в виде этого курса, у человека не должно быть вообще остаться никаких вопросов. То есть все вопросы будут отвечены. Но это я уже забегаю вперед, потому что речь о курсе, это будет у нас идти с вами дальше. А пока я заканчиваю работу над оформлением этого курса, и он выйдет в апреле. А сейчас, пока у нас получается такой как бы период межсезонья, до 20 марта я запустила не то чтобы акцию, но я называю ее финальная распродажа. То есть я продаю курс, который уже не актуален. Ну, как не актуален? Информация-то в нем актуальна, даже более чем. Но дело в том, что я решила, раз уж я буду выпускать один большой такой грандиозный курс, то маленьким курсом уже они будут уже не актуальны как самостоятельные продукты. Информацию из них я включаю в этот большой курс. Но поскольку большой курс он будет по деньгам уже дороже, чем вот эти маленькие, то, соответственно, есть смысл сейчас рассмотреть вот эту финальную распродажу как возможность получить по низкой цене очень полезную информацию. Речь идет о курсе «Ешь как человек», и я его распродаю в 2 раза дешевле. Вот ровно в 2 раза. Эта распродажа будет длиться до 20 марта, включительно по 20 марта. И после 20-го я уже убираю окончательно этот курс «Ешь как человек», я снимаю его с продажи, и я убираю его в архив. Больше он никогда не появится. Но на самом деле информация в нем, она собиралась мной очень тщательно, готовилась, и сделан этот курс очень емко, то есть в 10 аудиоуроках плюс текстовая часть даны все выжимки, которые касаются принципов перехода на естественное питание и вообще понятия о том, что такое естественное питание, для чего оно нужно, почему на него нужно переходить, что человек от этого хорошего будет иметь и как это делать, собственно. Вот этот курс «Ешь как человек» — это и есть как раз такой своеобразный курс, план перехода на естественное питание. И помощником в этом деле выступает еще и моя книга, которая идет в подарок к этому курсу. Книга называется «Шашлык на десерт. Новый взгляд на вкусную и здоровую пищу». И эта книга – это как вишенка на торте, окончательно дает вам представление о том, что же такое естественное питание и почему мы так много о нем говорим, и чем же оно все-таки хорошо и полезно. Вот, собственно, это и все объявления. Итак, значит, резюмирую, да, на сегодняшний день призываю вас подписываться также на мои и другие социальные сети. Это первое. Второе, объявляю о том, что в апреле состоится открытие моего большого, нового, грандиозного курса. И сейчас, до 20 марта, идет финальная распродажа курса «Ешь как человек» по цене в 2 раза ниже. И после 20 марта этот курс больше никогда не появится в продаже. Но те, кто купили его раньше, могут не переживать, потому что доступ к нему сохраняется навсегда. Точно так же, как и у тех, кто купит его по распродаже, доступ к нему сохраняется навсегда. Вот на сегодня все новости. Увидимся с вами
через неделю, как обычно. Я желаю вам всего хорошего. До скорой встречи.